Ох, полагаю, что есть там первое лицо у «Единой России» сегодня. Нет первого лица в их билбордах или где-нибудь еще. Это, как бы, вот понимаете, лежит покойник в красивом дубовом гробу, так сказать, с вензелями там и так далее, или в обыкновенно сколоченном ящике. Он от этого не перестает быть мертвым. «Единая Россия», да, она с вензелями, виньетками, так сказать, и так далее, это труп. Поэтому будет при этом трупе, так сказать, портрет Путина или не будет, это, в общем, для «Единой России» ничего не значит. Мало того, я думаю, что наши, в кавычках, друзья из интернета с удовольствием бы перерисуют тогда к этим портретам стерхов, там, не знаю, эту несчастную медведицу, или там тигрицу, или не помню чего, там амфоры, щуку. Вот я рыбак, ну простите меня, я не могу об этом не сказать. В своей жизни я поймал одну большую щуку, 16 килограммов она была моего роста. То, что поймал щуков, я понимаю, щуку 21 килограмм Путин, это, я понимаю, что он тоже, как и я, и как вы все, наверное, смотрели «Бриллиантовую руку». Но Папанова нет, кто насаживал там эту щуку, понимаете? То есть вот, конечно, это все мелочи, но с лицом, с изображением, с сутью нашего президента сегодня олицетворяется абсолютный негатив у любого мыслящего человека. Просто мыслящего, не политически там не ангажированного, а просто мыслящего человека. Ну, ребята, за гранью это все. Щуки, стерхи, амфоры. Что вы делаете? Поэтому появление Путина, конечно же, не добавит грима покойнику под названием «Единая Россия». Скорее наоборот, этот грим снимет, и будет всем очевидно, насколько отвратителен этот давно уже труп.